уважаемые друзья и подписчики, снова я, Светлана Атан. Уважаемый Светлочка, здорово! Ну чем я не Монро? Привет вам от Индера и Светланы из города Берсина. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также растяжкой. Делаем какие-то упражнения, прыгаем на скакалке, рисуем нейрографику и пьем кофе. Я делаю свой день прекрасный. Я двигатель. Всем привет, мои дорогие девочки, мальчики. Я сегодня вышла с утра за подарком мужу, так как у мужа завтра день рождения. Ну, как проводятся здесь дни рождения? Ничего такого необычного. Главное, чтобы сделать подарок, надо быстро успеть, потому что посмотрите, какое небо. Обещают сегодня грозу, и я бегом побежала. Посмотри, какие парфюмы, посмотрите. Bunun kokusunu çok beğeniyorum. İyi indirim bir 50 %50. İkincisi %50 indirim. Aa, işte o yüzden два возьмете, то. Видите, как подарки какие. Şeyinin bu kokusu çok güzel. Bu. Bu güzel. Друзья мои, зашла в магазин. Карминальная кокусу, фреш bir кокусу var. Хочу попросила девочку. Şunu sevmiyorum. Не любит. Tamamen esansımsı kokuyor. Bu da aynı şekilde. Турецкий парфюм. Evet. Kaldiyon çok güzel. Kaldiyon güzel ama ben önce ilk kullandım beğenmedim biraz. Olabilir. Genelde beğendikleri için ben söylüyorum. Смотрите, друзья мои. Девочка разрешила посмотреть. Экуалин bu güzel. Вот этот, говорит, хороший. Ну, не знаю, не пробовала. Рада колония. Колония из Тимьору. Расчески такие, 10. 150 индирим. Тарактарда 170 индирим. İkincileri. Здесь кругом индирим. Пижама, isterseniz пижамаларда да есть индирим. Пижама из Тимьору. Пижаму. Вот. Нормал фиатлары. Evet, maalesef. Нормальные цены. Yani, üzücüm ama maalesef. Так, что мне еще здесь? Девочки, смотрите, парфюма сколько сейчас? 23. Bu büyük ama bunun fiyatı da bu. Aynısı. Değişmiyor yani. Garnier'i önerdim daha. Hem daha işlevi güzel, iyi. O da indirim var şimdi. Evet, o da indirim. Hem koku olarak güzel, hem işlev olarak güzel. Daha çok da onu öneririm yani. Sağlık açısından da iyi. Bu yeni mi bir şey? Evet, krem. Krem şeklinde deodorant. Krem. Evet. İyi git seni. Kendini için almak da istiyorum. Nivea önce kullandım ama şimdi beğenmiyorum Nivea. İz bırakmıyor musunuz? Bırakmasın mı istiyorsunuz? Nivea'yı beğenmiyorsunuz. Garnier'den verebilirim bu sefer de Garnier'den. Terli biraz sonra çıkıyor diye. O yüzden ben başka olabilir yeni var bir şey. Evet. Mesela terletmesin mi istiyorsunuz? Sonra 2-3 saat var koku terli. Ter koku. Ha, o zaman Garnier işte o yüzden de dedim ben Garnier'i. Bu Garnier iyi. Evet. 48 saate kadar koruma var. Hiç terletmiyor. Bakarım o zaman. Видите цены? Сейчас на мужские. İşte в общем, дезодор. Ben size tavsiye etmem. Видите, она не дает мне вам объяснить. Хорошая девочка. Так, вот мужские цены дезодор. Ну, в общем, друзья мои, я сейчас что-то выберу тоже для себя. Она рекомендует Garnier. Более кючук йок му Garnier? Ташимак и чин с чанта. Йок му? Шей оларак вар, шойле. А, бу. О да и 48 саат. Хем бундан алабилирсиниз, хем бундан алабилирсиниз. Икиндиси яра индириме гелио. Бу 15-е гелио. Бу 32 лира, месела, бу да яклашик 15-е гелио. О шекилле. Так, сколько тут, видите, какие эти накладные ногти. Здесь все есть. Реснички накладные. 104. М-м-м.
своей пирожнице. Два обычные ножницы. Шампуан ihtiyacınız var mı? Makası yok, normal değil mi? Makası. Evet. Küçük. Sadece bu. Üçü var. Aa, büyük, küçük diyorum bu. Sen evet. Kaç ekmek alıyorsun benden? Şey şöyle var ikili şekilde. Ha? Daha avantajlı bence bu. İkili. Ya, hatta evet. Şöyle evet, var üçlü. Tamam, törkü de içinde. Hayır. Bu daha avantajlı. Hadi kuata kapa. Новая модель купальника, по-моему. Bu pijama mı? Evet, ev pijaması. Aa, это пижама. Soranlar hep maya diyor. Bu çok şirin. Ben de kullanıyorum. 140 lir. Evet. 140 lir bu такая пижама. Aynen. Видите, какая? Bir de böyle şortlu şeklinde var. Новый вид пижамы. Buyurun. Tabii ki. Hı hı. Tamam, teşekkür ederim. Geleceğim. Tamam, teşekkür ederim. Наконец-то ее вызвали, и я могу вам спокойно все показать. Вот такие новые пижамки фасоль. Мои дорогие друзья. Девочка очень внимательная. Так, что вас интересует? Разные моющие средства. Зубные пасты. Посмотрите, зубную пасту за 10 лир тоже можно купить. Ну, кое-что подорожало, да. Ну, можно и по дешевке. Я пойду, короче, а то она мне... Смотрите, я купила, даже не хотела, не планировала, но она меня уговорила. Я такая, меня можно уговорить. Вот моя мама любит такое мыло. 26,90. Кажется, дождь собирается. Да, сегодня вот мыло за 12-13 лир можно купить, и то со скидками, друзья. Вы, если вы одну покупаете, а вторую дают подарок. Поэтому она мне уговорила купить. Вот так, шампуни, кератины разные. Вот сколько шампуней. Шампунь 40, 32, блендекс 34. Дождь пошел, кажется. Все, закругляюсь. Так, знаете, что мне интересно, хотела для вас? Да, маникюры. Лаки. 16. Фармар. Так. И еще краски. Палет 35. Кулисьон. Неватур 25. Вот, мои дорогие. Неватон. Турецкие краски. Это, наверное, это тоже турецкие краски. Видите? Ну все. Все, закругляюсь, мои дорогие. Везде про скидки. Ну, вы поняли, что шампуни по 35. Подарок куплен. Парфюм. Я тут занимаюсь на кухне приготовлением торта. Мне так захотелось самой испечь. И я сейчас приготовила крем из сгущенки вареной и масла сливочного. Сейчас поставлю в холодильник. Ну а здесь я пеку вот такой бисквит. Посмотрите, какой он мне красивый такой поднялся. Бисквит шоколадный, друзья мои. Впервые делаю этот рецепт, видео не записывала, но если он у меня получится и понравится всем, я обязательно запишу видео. Только что достала его с духовки, проверила шпажечкой, все пропеклось. Тут
мука, наверное. Вот такой вот у меня вышел бисквит. Я его планировала вообще на три части порезать. Ну, наверное, на две получится, да, как вы думаете? Вот такой вот он у меня вышел. Будет остывать, и я его буду разрезать. Ой, пропекся, пропекся. Вот чем я занимаюсь. Дую шарики для моего шкыма. Как я боюсь действительно дуть. Не дай бог он лопнет. Три уже, два надуло, третий. Это и легкие тоже развивает хорошо. Мы после операционным больным всегда давали шарики, которые долго находились на искусственной вентиляции легких, в реанимации особенно. Хотя бы муж не пришел, надо быстрее, потом буду говорить, разговаривать. И мы давали им шарики, они разрабатывали легкие. Торт сейчас разрезала на 4 чая коржа, и он остывает. Все под контролем. Как муж ушел, я сразу забегала. Надеюсь, что не лопнет, буду без вас продолжать. Смотрите, какой страшный у меня страшно красивый торт получился. Шоколадный. 4 слоя. Там по рецепту 2, а у меня получилось 4. Ну вы так строго не судите, друзья мои. Это первое мое, первый торт за столько времени. Я исправлюсь, буду часто печь торты, если понравится моему мужу. Такой у меня развалистый сверху слой. Ух. Сюрприз, мне кажется, удался. Такой тяжелый, наверное, тут 1,5 килограмма. Посмотрите, какой букет роз принес мой Ашкын с прогулки. Вы видите, ради такому мужу не стоит печь торты и ухаживать. Стоит, друзья мои, стоит. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.